Приветствую, кто смотрит. Продолжаем SnowRunner. Так, в тот раз остановились на том, что затащили бочку, новую машинку Pacific. Приобрели гараж в нашу коллекцию. Дальше. Хотим починить хотя бы какой-нибудь один мост. Поэтому. Так, этого чувака даже не знаю дергать оттуда. Туда нужно скаут гнать. Пока займемся мостами. Здесь что надо. Так, ну это не то. Доски. Две штуки туда. И здесь. Также доски. Поехали за досками. Следить так. Доски можно взять здесь. Прицеп. Где есть прицеп? Ладно, пофиг. Рванули потихоньку. Там еще две вышки открыть. Да, придется через тот же брод, где уже тонули. А тут той же дорогой или новой. Не знаю, проеду, не проеду. Посмотрим. Двинули потихоньку. Топливо, конечно, не вагон. Надеюсь, где-нибудь бочка есть. Дорога относительно хорошая. Но все равно влепился. А здесь у нас что? А, здесь дорога туда. Немного заблудился. Так, кузов вмещается две доски. Это или дважды придется ехать, или добывать прицеп. Давай пошустрее, на полном.
Там заправка, но там тоже моста нет. Да, там тоже чинить. Почка, вот она. На том берегу. В принципе, можно по течению. А мы попробуем здесь. Главное не кувырнуться. До почки хватило. Полный, едем дальше. Тут еще не ездили. Так, это что? Аттракцион. Дороги. Ладно, потом возьмем, наверное. Главное, она у нас отмечена. А вон и прицеп. Что? Груза. Ладно, пусть. Теперь дайте прицепчик. Грузим и везем. Сразу. И туда, и сюда. Так, прицеп нормальный. Не тяжелый. Так, а там что? А там еще какое-то задание. Или нет? Это точка доставки чего-то. Сейчас опять пожадничаю. Доски нам, пожалуйста. Загрузились, поехали. До вышки. Ладно, потом доедем.
А, не сюда. Не сюда. Сначала этот. И зачем? Таким путем. Здесь проеду. Это замечательно. Там даже по карте немного узкая дорожка. Проеду ли? Так. Не куркайся. Пеньки не сшибай. Итак. Не трамвай, объедем. Повальное дерево. Не помеха. Тащит и без полного привода. Или нет. Или да. Пока вроде как тащит. Поручение, так. Другое взял. Идите. Что надо? А, точка доставки чуть дальше. Сомневаюсь, что только доски будут нужны. Хотя только доски. Отлично. Теперь можем добраться дальше. Да что на четвертый в гору. И тянет ведь. Так, полный. Справа заправка. С этой музычкой. Там прямо. Брали, отслеживаем. Ух ты. Грязище. Залез в самую грязь. Зацепился.
твердую землю. Второй мост. Тоже из дерева. Замечательно. Прицеп где-нибудь кинуть. Переброд не нужен. Можно объезжать и кинуть прицеп. Вот тут что-то стоит. А платформа. Это мелкий. Прицеп, наверное, где-нибудь здесь кинем. Чтобы не мешался особо. Дальше. Дальше две вышки. Можно через брод и заправиться. А можно объехать все это дело. Наверное, все-таки объедем. Здесь интересно пролезу. Вброд не полезем. Дороги подлиннее, но понадежнее. Да, она зацеплял. Так, нам еще ту машинку в гараж тащить. Новоприобретенную. На этой карте вроде как гаража нету. Заправка. Нафиг. Дело к вечеру. Еще один свежепостроенный мостик. Свежевосстановленный. Не прозевать поворот.
куда-нибудь не влепиться тут. Лесопилка. Доберемся до вышки. Грязь. Ой-ой-ой. Тащила в грязь. Хотел взять правее, но не успел. Не упасть. И еще одна вышка осталась на этой карте. Так, там что-то нашли. Улучшение. Порошный корабль. Туристический аттракцион. Утерянная посылка. Это брали. Дальний груз. Это по квесту, значит. Надо будет вытащить. Улучшение. Хватим. Или нет? Оно вроде бы вот. Так. Коробка вездеход. Для этой машины. Кого еще? White Western, Navistar, Kodiaq, GMC. Для такого типа машин. Задним ходом. Грязь попробуем объехать и не упасть в то же время. На камень сел. Дайте нам утро и поедем к следующей вышке. Потом уже займемся поручениями. Утро вечера мудренее. Куда двинем? Оно опять в круговую. Куда ж еще? Только уже по этой дороге, хотя можем брод. Ну ладно, не надо. А, здесь не проедем. А там слишком узко. Что, ладно, пусть стоит тогда. А машина здесь. Поедем на скауте.
откроем здесь. Может, там что есть. Потом, может, как-нибудь туда просочимся. По грязи медленно. Да его фиг остановишь, но полезет как пешком. Сел. Таскает его. Задницу заносит. И опять в самую грязь. Просочился. Так, это едем к вышке. Но не к той вышке. Что-то типа радиовышки должно быть. Прицеп. Бетонной плитой, которой как раз не хватало нам. Так, до первого задания. Так, что? Перевозка чего-то ценного. Поищите ценный груз. Возьмем. Притащить сюда же. Так. Тут больше ничего нету. Вроде как. Так, а там? Нет, туда не полезу. Туда не полезу. Да, это точка доставки. Да, на такой музончик агрится. Иногда YouTube. Так, вот здесь, интересно, просочимся. Сквозь лес. Лес густой. Шумяк. Я не вижу, куда еду. Просочились. Вот теперь к последней вышке. Да, на грузовике тут было бы не очень. Слишком таких узких мест. Как бы и нету.
Но скаутом она надежнее будет. Далее. Как раз дальше по дороге. И последняя карта первой локации будет открыта. А вон там есть камушки. Вон там я вижу камушки. Возьмем-ка левее. Камушки, оно понадежнее будет, чем камыши и грязь. Вот здесь теперь. Не навернуться и не сесть. Вот и вышка. Ну вот, карта открыта, что нашли? Дорожку куда-то там. Возможно, поручение. На этой горе. Брошенный корабль, крупногабаритный груз. Лазить не слазить. Ладно, раз уж залез сюда, то, наверное, доедем до вершины, глянем, что там. А потом поедем тягать другой скаут. Хотя бы доедем до него. Но тягать уже будем позже. Наверное... Посмотрим. Так, вот здесь. Не очень хороший момент был. Можно было кувырнуться, отцепляться не за что. Дорога челлендж. Доберись наверх на время. На скауте. А если еще не на этом, она более неустойчива. Который бы тут уже лег раз пять. Давай слезай с этой каменюки. Удвинь ее в сторону. Так, поручение. Не зря набирали. За которым даже не следили. Так. Ой-ой-ой-ой. Все. Приехали. Да. Давай на колеса. Зацепиться не за что.
Что ж ты? Да. На колеса ставить не желает. Больше точек А есть. Хватило. А тут лезем. Да вполне. Главное не навернуться. Значит, эвакуировать придется. Я навернулся. Или еще нет. Ну-ну-ну-ну-ну. Не за что. Совершенно. А вон там он есть что-то? Вон там что-то есть. По горам, по долам. Пора бы и на заправку. Опять же, попробуем по камушкам, не по камушам. А едем мы... Едем мы к этому скауту. Который нужно дотащить. Еть не падать. Тут пока одна дорога. А вот дальше посмотрим. Дальше. А, ну почти у ремонтного прицепа. Можем было тут резать, наверное. Пока лезем туда. И где заправка? Точек
соплем. Это тоже груз. Так, вот наша бочка с топливом. Значит, для начала АЗС. А потом уже... обратно. И по узкой дорожке. До утонувшего бедолаги. Там, где не пролезли. На грузовике. Лужу объехали. Давай, полези, не садись на брюхо. А еще грязище. 10 литров. У нас еще бак. Вернее, полбака в канистрах. Давно в гараж не заезжал, может уже и... апгрейд можно сделать, то есть поставить резерв побольше. Поскольку уровень все-таки подняли. Разправляться. Этого должно хватить. Постоянно на полном приводе жрет. Но без него будет хуже. Оно может и полезет, но куда медленнее. Так что сожрет примерно столько же. Так, грузовой туда не лезет. Придется мелким. А объехать? Объехать куда быстрее. Почти час уже. Как раз туда доедем. Так, дайте топливо. Так, так. Эй, что я делаю? Дайте-ка. Основной бак. Канистры. Отправляется отдельно. А теперь рванули. Да. Бедолаги. По узкой дорожке. Опять все это объезжать.
краешку, обочина наша все. Тогда тут обочина лучше дороги. В грязь с разгона залетел. Тут грузовик просто не замечает. А мелкий садится надолго. Нет, намертво он тут точно не сядет, но слишком медленно тут едет. Оно еще не там лазило. Оно лазило по чистому полю, где и танк утонет. А чистое поле, затопленное водой, это похуже любой трясины. Просто едет слишком медленно. Тратит топливо. Сюда. Чуть не проехал мимо. И выезжать этой же дорогой. С грузом. Камыши. А вон там камушки. Камыши — это трясина. Лучше по более-менее твердому грунту. Быстрее будет. Дальше кривая узкая дорожка. Где сейчас сожжем все топливо? Главное, чтобы подводных камней тут не было, на которые он может сесть, колесами в воздухе крутить. По жидкой грязи. Грузовик не проехал. Не вписался по ширине. Это что, дорога? Дорога. Именно тут грузовик не вписался по ширине. В этот вот поворот.
Понятно, то же самое поручение. Слеживаем. Дернем. Эй, дернем. А там наверху что? Кстати. Кстати говоря, а там наверху что? Не зря что-то дорога идет. И раз уж мы здесь, то почему бы не проверить? Что-то у вас? Ничего не вижу. Тут ничего. Вытащим. Сел на камне. Давай, попёр. Развернем. Палять надо будет за морду. Оно надежнее будет. А вот теперь какая дорожка. Еще с таким прицепом. Берем все. Давай. О чем там сел? А мы так. А вот так. Блокировка. Попер. Медленно, наверное. Хотя, можно же заправить. Багажника. Хотя бы так. Ой-ой-ой, совсем без топлива. Вот теперь он поехал. Самостоятельно должен. Туда я, наверное, не впишусь. И впишусь. Грузовик не вписался, а это проехало. Топлива не осталось. Дорога здесь. Вылез. Вот теперь сюда можно прыгнуть заправщик.
И, наверное, придется, поскольку... Топливо сожрал. Помогай, товарищ. Пошел. Не идет. Сначала сам вылезу. Достаточно, наверное. Дальше не уедем. Так, тащить его. К дому рабочего. Где? А, не зацеплено. Тащить его. Бочки с топливом, а это ездить собирать. К дому рабочего, вон туда. Вот здесь дорожка. И вот этого отрезка уже более-менее хорошая. Навистар. White Western. А куда дел заправщик? На другой карте, наверное. Star. В принципе, можно слить из любого. Может даже подсыщик туда подогнать. На эту точку. Проедемся. И утро. А, может... Так пойдет. Заправить. Ему-то много не надо. Если что, дотащим. Главное, чтобы здесь немного помог. Ой, не туда я поехал. Главное, чтобы тоже шевелил колесами. Самое болото прошли. А дальше можно уже и грузовик подогнать. У него проходимость получше, хотя резин похуже. Дальше, а ну прямо. В принципе, можем и доехать.
Только ладно, тебе, наверное, товарищ, уже топливо не нужно. Я пусть пока шевелит лапками. Помогает грести по грязи. Даже подталкивает. На мосту после поворота будет уже сухо. Там уже дотащим. Так, заправить. Тут ему топливо уже не нужно. Все-таки добьем этот квест. По времени нормально, как раз. Притащим, будем заканчивать. Там сюда. Давать. Исчез, а значок нет топлива еще есть. Теперь заправиться. Хотя, у нас же, по-моему, там стоит. Заправщик-то. По ту сторону. Карта. На дамбе. GMC-шка на дамбе. Это где? А, это возле. Это возле магазина прицепов. Вот и наш заправщик. Ремонтник. Вроде бы полный. Самый первый стартовый. И выехал там, где надо. Сейчас всех заправим. Починим. Так, ши, так, цель. Ремонтный модуль. Точник, цель, шевик. Это все из ремонтного модуля. Так, а починить? Шевик. Сколько надо? 47 очков. Ладно. Немного потратили. Можно куда-нибудь поставить, так чтобы особо не мешался. Например, сюда. Ну и на этом, пожалуй, эту серию закончим.
Все, хорошо, всем пока.